Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. Минобороны России опубликовала карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии. Минобороны России на своем сайте опубликовала карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии. Об этом сообщает РИА Новости. На карте отмечены 15 постов сирийской пограничной службы, которые будут размещены на сирийско-турецкой границе. Напомним, что 22 октября в Сочи между президентами Турции и России был подписан меморандум, согласно которому с 23 октября в районы, прилегающие к турецкой зоне безопасности, вводится российская военная полиция и подразделения сирийских войск. Военнослужащие России и Сирии будут способствовать отводу войск и вооружения сирийских курдов за 30-километровую зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы. На отвод курдских формирований отводится 150 часов. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.